Всем привет! Вы смотрите Indinity, дайджест, который взял обратное направление и продемонстрирует вам выпуски, которые могли увидеть зрители, если бы канал был создан мной раньше. В данном эпизоде речь пойдет о новинках декабря 2014 года. Как обычно, вас ждет 10 лучших проектов, а также 10 дополнительных проектов вне топа. Садитесь как можно удобнее, прибавляйте звук. У микрофона Алексей Шавельев, и мы начинаем. Elegy for a Dead World. Игроку предстоит погрузиться в мир древних цивилизаций. Вы бродите по миру и делаете заметки в своем журнале. Кроме того, вы можете просматривать и чужие журналы, а также проверять, насколько они близки к тому, что вы уже узнали о людях, живших в этом мертвом месте. Вы возьмете на себя роль рассказчика о потерянном мире. Исследуйте давно умершие цивилизации, сообщите о том, кто они, что они делали и как они умерли. Luminous City – чудесное продолжение головоломки Люм, где бесстрашная девочка отправится на поиски своего исчезнувшего дедушки. Вас ждет приключение, полностью состоящее из бумаги, дерева, карт, декоративных фонарей и электродвигателей, которое создавалось в течение 3 лет. Изучая все, что находится в городе и за пределами его ворот, вы встретите огромное количество сложнейших головоломок, проливающих свет на загадочное прошлое вашего дедушки. I.O. Экшн-платформер, в котором вы управляете шариком на протяжении множества захватывающих уровней. Увеличивая и уменьшая шарик, вы можете влиять на его скорость и вес. Используйте хитрую механику игры с измененным направлением силы тяжести, порталами и передвигаемыми предметами. Играйте законами физики, решайте головоломки и как можно быстрее доберитесь до выхода. Сможете ли вы выиграть золотую медаль на всех уровнях? The Old City – Левиафан. Игра перенесет вас на окраину давно заброшенного мегаполиса и предложит повествование на основе поэтических размышлений протагониста. Чтобы понять историю этого места и как главный герой докатился до такого существования, нужно будет постоянно изучать окружающий мир и впитывать все крупицы информации. При этом мир будет постоянно преображаться в самые неожиданные моменты, колеблясь на грани вымышленного и реального. Лиса. Пошлая и полностью аморальная RPG с видом сбоку, действие которой разворачивается в мире постапокалиптической пустоши. Выжить в мире, где правит абсолютное отсутствие морали, жестокость и равнодушие, могут только бессердечные люди. Вы будете совершать такие поступки, на которые нормальный человек в нормальном мире никогда бы не пошел. Местами безумная, местами извращенная, но все же игра. Выход полной версии Neo Scavenger. Игра предлагает окунуться в борьбу за выживание. Главный герой просыпается в заброшенном месте без еды и воды, лишь с несколькими зацепками о том, кто же он есть на самом деле. С каждой минутой ваш голод растет, жажда усиливается, мышцы устают, температура тела понижается. Выбирайте свои начальные навыки очень аккуратно, так как это единственное, что позволит вам выжить в мире после апокалипсиса. Pit Dungeon, часть 2. Игра с огромными уровнями, оригинальной системой прокачки и одной жизнью у персонажа. Источником вдохновения явились Зельда, Диабло и Dark Souls. Приготовьтесь к динамичному рогалику со случайно генерируемыми подземельями, управляя невинной душой, оказавшейся среди демонов. Могила вашей возлюбленной была осквернена, и теперь вам предстоит прорваться сквозь орды неприятелей, чтобы позволить душе вашей любимой успокоиться. The Talos Principle – независимый проект от одного из создателей FTL и студии Crow Team. Преодолейте головоломки в необычном и прекрасном мире, отвлекайте дронов, управляйте лазерными лучами и даже манипулируйте временем, чтобы доказать свою ценность или найти выход. Погрузитесь в историю о человечности, технологиях и цивилизации. Ищите подсказки,
Стройте теории, но помните, выборы имеют последствия, и кто-то всегда следит за вами. SEO Drifter. История межзвездного приключения от создателей Mutant Muds. Вас ждет двухмерный пиксельный платформер, рассказывающий нам историю космонавта-путешественника, миссия которого – исследовать космос. Присоединитесь к исследованию четырех планет Омега-сектора после столкновения с астероидом. Проделайте путь сквозь чужеродные локации, победите древних хранителей, чтобы разгадать все тайны этой обители. Сможете ли вы выжить? Outer World – сюрреалистическая бродилка о смысле бытия под музыку, созданная одним человеком. Игрокам предстоит в перспективе от первого лица исследовать причудливый мир, но просто бродить по локациям и наслаждаться экзотической эстетикой не получится. Нужно помочь одинокому герою решить его проблему. По авторской задумке, игрок будет то и дело оказываться в непростых ситуациях, исход которых зависит исключительно от него. На этом дайджест подходит к концу. Надеюсь, что многие вспомнили хорошо забытое старое, а кто-то нашел для себя что-нибудь новое. Не забудьте поставить лайк, если вам понравился выпуск, и обязательно подпишитесь на канал, если вдруг до сих пор этого не сделали. В следующих выпусках Indinity мы поговорим о новинках января 2017, а также вспомним ноябрь 2014. С вами, как всегда, был Алексей Шавельев. Играйте только в хорошие инди. До новых встреч!